Здравствуйте. Мы находимся в школьном краеведческом музее «Память» Рогожинской основной школы. Наш музей был открыт 1 января 1995 года. В 2007 году было получено свидетельство о регистрации музея, а в 2017 по итогам его паспортизации он получил статус музея образовательной организации. Активом музея ведется определенная поисковая работа, экскурсии различной тематики, внеклассные мероприятия и краеведческие уроки. За весь период существования музея его основателем Алешиным Николаем Александровичем, обучающимися и педагогами школы, собран богатейший материал, который насчитывает более 1000 экспонатов по 11 отделам. Отдел ремесла. В следующем отделе «Одежда» имеются различные виды одежды, головных уборов и обуви. В отделе наши выпускники оформили большой стенд экспозиции. Они учились в нашей школе. Отдел «Великая Отечественная война» – самый масштабный в музее. В отделе «Нумизматика» представлены денежные знаки времен дореволюционной эпохи и также времен советской власти. Отдел «Предметы быта» включает в себя вещи, которыми пользовались наши предки в прошлом веке. Отдел «Орудия труда». В отделе «Посуда» расположена утварь первой половины прошлого столетия. Отдел «Сельское хозяйство». В отделе «Культовые предметы» имеют место экспонаты храмов двух деревень – Рогожки и Шуваловки. И последний отдел «Таланты малой родины» рассказывает нам о поэтах-самородках, которые в своих стихах и прозе прославили свою малую родину и Нижегородский край. Наш школьный краеведческий музей является частью учебно-воспитательной системы школы и отвечает за реализацию нравственно-патриотического воспитания и изучение обучающимися традиций и истории Малой Родины и Нижегородского края. В ноябре 2020 года нашей школе исполняется 135 лет. Мы гордимся своим музеем, который создан на ее базе, и всегда рады видеть у себя гостей.